Высококвалифицированные специалисты ООО «Консалт Велдинг» консультируют иностранные фирмы в сфере сварочного производства. Компания предоставляет заказчикам всю необходимую производственно-техническую документацию по стандартам российского законодательства. Мы занимаемся отбором, подготовкой и аттестацией специалистов как аккредитованный пункт от Краснодарского центра Национального агентства контроля сварки. В рамках выполнения проектов сотрудники фирмы «Консалт Велдинг» мониторят рынок оборудования, материалов и рекомендуют оптимально подходящее сварочное оборудование к внедрению в производство с целью улучшения качества готовой продукции. Периодически компания проводит презентацию новинок сварочного оборудования. Новые модели обладают улучшенными производственными характеристиками по сравнению с предшествующими. В данный момент компания «Консалт Велдинг» занимается подготовкой сварочного производства компании «Гемонт». Компания «Гемонт» подает заявки на аттестацию, после чего мы подготавливаем весь необходимый пакет документов, отправляем в центр. Центр направляет инспектора, и в присутствии инспектора мы проводим сварку в жестких условиях, в результате чего мы отбираем лучших сварщиков. При выполнении аттестационных процедур строго соблюдаются все нормы и регламенты Российской Федерации. Сотрудники компании следят, чтобы все проводилось в рамках определенных процедур, согласованных с аккредитованным центром. После чего центр выдает удостоверение и вся необходимая документация отправляется заказчику. Однако и после этого «Консалт Велдинг» продолжает отслеживать потребности компании. Отслеживаем все необходимые документы, кому необходимо продлевать срок действия, кому нужна новая аттестация, дополнительная или периодическая. Каждый сварщик, который успешно прошел аттестацию в центре, получает удостоверение для выполнения работы. По итогам деятельности специалистов ООО «Консалт Велдинг» иностранная компания получает свидетельство о готовности к применению аттестованных технологий сварки и способна реализовать любой проект в кратчайшие сроки. В период с 18 по 29 октября на базе нашей организации будет проходить конкурс «Лучший сварщик Нижнекамска». Просим всех желающих принять участие.